Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал личному составу армии повысить боеготовность, бдительно следить за действиями противника и нанести смертельные ответные удары, если хотя бы один вражеский снаряд разорвется на земле или в водах, принадлежащих КНДР. Он лично проинспектировал воинские части, расположенные на небольших островах в Желтом море. Главнокомандующий корейской армии заявил, что в случае малейшей провокации противника в этом районе он отдаст приказ развернуть священную войну за воссоединение Родины. Если Северная Корея атакует Южную с применением ядерного оружия, режим Ким Чен Ына исчезнет с лица земли, по воле человечества и Южной Кореи, заявил представитель Южнокорейского министерства обороны. Ранее Совет Безопасности ООН в ответ на недавние ядерные испытания Северной Кореи принял новую резолюцию, ужесточающую экономические и финансовые санкции в отношении Пхеньяна. КНДР со своей стороны заявила о разрыве соглашений о ненападении с Сеулом.